Предприниматели из Северного Казахстана строят детские сады. Благодаря инвестициям Гарика Бернетяна получать дошкольное воспитание смогли больше 500 малышей. За вклад в развитие сферы образования бизнесмен стал финалистом проекта «100 новых лиц Казахстана». У Ирины Панфиловой все подробности. Общение с детворой Гарик Убернетян моментально поднимает настроение. Строить детские сады отец шестерых детей начал 3 года назад. Благодаря предпринимателю получать дошкольное воспитание смогли 5,5 сотен юных петропавловцев. Когда я заметил, что есть нехватка мест детей, решил делать самое лучшее дело, которое помощь дошкольное образование, построить детские садики. Это большое удовольствие. В Казахстан Гарик Бернетян приехал почти 30 лет назад из Армении. Начинал со сборки мебели, постепенно ушел в строительство. Сегодня бизнесмен – глава нескольких компаний. На сегодняшний день предприниматель инвестировал в 3 дошкольные организации. Все они работают по программе государственно-частного партнерства. В городе функционирует 57 дошкольных организаций, в том числе 15 частных учреждений образования. Это составляет практически 28% от общего числа. Пришло понимание, что частные структуры могут реально помочь государству в решении нехватки мест дошкольных организаций. Сегодня в Петропавловске, в свою очередь, в детский сад ждут больше 9 тысяч малышей. Пока строить еще одно дошкольное заведение Гарик Бернетян не планирует. Его новая задумка – открыть школу с английским уклоном. Ирина Панфилова, Тулеген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар 24.